Короче, пришли вкладыши, ставят уже. Такая вот выработка. Уже пора менять. Уже там грязь будет забиваться. Вот это вот такой штукой смазывается. Грязь делается. А вот когда вкладыши намазывается, чтобы когда она там прокрутит, чтобы не было сухо. Короче, будем надеяться, что одинаковые вкладыши пришли, то что надо, то некоторые номера уже не сходились. Вот такие они должны быть ровные. Надеяться, что завтра сделается трак. Сегодня. А завтра тюнап уже будет ему. Такое дело. На обе стороны, да, надо ставить? Да. Ну, в общем, такие дела, хлопцы, все. Может быть, завтра выедем за грузом уже. Поедем. Еще провод, что-то джекбрейк обломался, контакт вот этот вот, может, поэтому джекбрейк плохо работал. Должны быть вот такие вот. Но тут нету, может, как-то едва доставал, там пробивало, я не знаю. В общем, посмотрим. Хоть бы джекбрейк работал. Кто еще не будет работать. Ладно, поеду уже по своим делам. И так кучу времени уже на это потратил. Будем надеяться, что сделается машина. Так, пришел Walmart. Сейчас хочу масло купить для Prius своего. Сюда нажать надо. Так. Toyota. Two thousand eight Prius.
так, наверное. Oil filter. Идет Mobil One. ST-4967. Мобил идет 103А. Окей, про масло ничего не говорится. Куча всякого разного масла. Вот нужно только выбрать какое. Я обычно лью вот это Max Life на все машины свои, Synthetic Blend. Вот Synthetic Blend. Можно Castrol, тоже нормальное масло. Тоже Synthetic Blend. Есть Full Synthetic, но оно будет дороже стоить. Я думаю, что в принципе большой разницы нету. Synthetic Blend тоже нормальное. Вот простое. Нет, это не простое, тоже Full Synthetic. Ну да. Так, Full Synthetic. Motorcraft. Такие есть вот Super Tech. 5 на 30, тоже цена уже у них выросла. Раньше это было простое. А вот простое чиповское масло, да, 5 на 30. Вот это все Full Synthetic. Я, наверное, возьму себе вот еще тоже. Я то этот бренд вообще почти не беру, Супертек. Что-то оно мне как-то не это, как-то на свой Ford я брал вот такой вот Motorcraft, я брал его Synthetic Blend. Ну, как бы можно. Такой я еще ни разу не брал. Пинзойл я брал. Ну, наверное, вот такую банку брал Пинзойл. Какую-то желтую. Каждый раз они все по-другому. Другие разные делают. Но я брал когда-то Пинзойл. Вот. Вот Full Synthetic. Тоже масло. Нормальное. Я, наверное, возьму Max Life. Всегда его лью почти на все машины. Такое самое оптимальное. Вот. Мне этого хватит. Еще даже останется там. На плюс надо только. Три квотерс, по-моему. Вот. Так, возьмем еще вот эту штуку. Побольше вот здесь. Вот здесь вот. Еще это. Еще. Перчатки поискать. Еще коврики. В
Коврики можно было поменять, у нас такие уже там старые, надо помыть на привусе коврики. Сюи. Полотенце можно взять, руки вытирать. Так, что тут еще у нас есть? Батарейка, что ли, садится уже? Батарейка садится, наверное.